Значит так, тогда снимал этот поганый флай, а теперь у нас снимает вот этот вот новый смартфон, да? И снимает он вот этот вот поганый флай, да? Вот я вижу какие-то уже недостатки тут на превью, да? Ну и ладно. Не камера у линов не особо-то была хорошая всегда. Но вы видите, какой у флая поганый, темный. ТН-экран худшего просто качества, да? Но Fly, да, вы должны понимать, он стоит в два раза дешевле. То есть вот этот вот Lenovo стоит 4000, а вот этот вот Fly на поганый, она стоит всего-то около 2, да? Около 2, да? Может, 2 что-то, 2 с чем-то, да, с копейкой, или даже чуть меньше. Чуть меньше, может быть. Вот, видите, как долго открывается, какая-нибудь страница открываешь, и она долго рендерится, да, вот фигачит, что-то тормозит. Выгромись, это заставка. Вот она. Видите, что происходит? Она приберет, просто при прокрутке пролагивает, и все постоянно. Да, если видео начинаешь смотреть, например, YouTube. А если видео начинаешь смотреть, например, YouTube, то она вообще просто зависает нахрен. Вот любое видео открываешь, вот. Вот, коммерция, высший минерал. Вы видите, что происходит? Не, ну, конечно, хорошо, конечно, выглядит, но обычно лагает просто пиздец. Не знаю, что случилось, что даже хорошо. Я уже установить не могу прям. Но обычно такие тормоза начинаются. Но это я оперативку освободил. Для вот этого результата, знаете, сколько я освободил, я покажу сейчас. Офигеть, просто смотрите. Главные проблемы, да, вот настройки приложения. Чтобы хоть как-то работал браузер, чтобы все было вот работало. Видите, сколько сбоку написано отключено. Отключено все сервисы Google, все, что можно было отключить, карты, приложение Google. Все отключено, все удалено просто. Отключено, удалено, даже почта отключена, чтобы оперативка была свободней. И даже YouTube отключен. Вот. Статус памяти, да, или память. Где это? Вот, и в результате отключения тут 1,5 гига всего, да, из 2,5. Вот, доступных пользователю, да. А так оно занимало просто притык, постоянно вопило, что нет памяти нифига. По дефолту, то есть приложение оставлять, да, вот это все, не отключать ничего. Свободно, то есть 200 мегабайт было. Только на нем, да, и флешка не помогала в таком случае, нифига. Статус памяти оперативный, смотрите. Всего там 500 мегабайт, да? Вообще, братан, извините, камеру. Всего там 500 мегабайт, да? Как бы, да? Но поскольку на графику требуется 50, доступны и всякие драйвера, ядра там, прочие, да? Аппаратный резерв, то есть. Доступно только 460 мегабайт, да? И с вот этими отключенными всеми программами занято все равно 400, и доступно всего копейки, да, даже с отключенными программами. Так было бы вообще 20 мегабайт доступно, а так есть где-то 70 мегабайт доступных, когда все включаешь, да, когда даже синхронизации нет с Гуглом, то есть видео заснятых. Вот, 69 мегабайт доступно, вот. Это максимум экономии, максимум прижатости просто. Вот, представляете, пиздец, в общем, да, ни на что не хватает. То есть какой-нибудь WhatsApp ставишь, допустим, сюда, даже вот так вот все сделано. Ты сюда WhatsApp ставишь, и получается, что у тебя тормозит, начинает интерфейс тормозить, лагать, и пользоваться совершенно вот этим всем невозможно. По умолчанию твитти Яндекс Лаунчер, который тоже, если не кастрировать, с рекомендацией его не отключить, и Яндекс Дзен вот это с новостями не вырубить, все будет тоже лагать, тормозить, и ужасно. Вот, так что я рад, что я прекратил вот этим флаем пользоваться 450 каким-то, да. Рад, что я его все-таки заменяю. Но это был достаточно неплохой телефон. Он долго продержался, пока программы не стали тяжелыми. То есть целый год или даже... Да вроде целый год с чем-то, с небольшим. Год и пару месяцев, да, за 2000. Это просто суперская была покупка, но, к сожалению, 500 мегабайт оперативки. Извините. Выключите его, товарищи.
И больше не включайте его мне. Ой, не тоже мог. И больше мне его не включайте никогда, господа. Все, тушите свет, не берите смартфоны. В 2018 году с оперативкой в 500 мегабайт. Жужжит, вырубился.